В Лондоне состоялась торжественная церемония открытия памятника знаменитому британскому актеру, обладателю 3 Оскаров, сэру Лоуренсу Оливье. На площади возле Королевского национального театра, который в 1963 году основал и возглавил Оливье, собралось около 500 человек. Среди них нынешний художественный руководитель театра Хейден Филлипс и представители британской театральной элиты. Честь открытия памятника досталась вдове Оливье Джоан Плурайт и известному британскому актеру и режиссеру Ричарду Антебору. Когда они откинули скрывавшее скульптуру синее покрывало, все присутствующие на церемонии гости и журналисты зааплодировали. Открытие монумента приурочено к 100-й годовщине со дня рождения великого актера, прославившегося прежде всего исполнением главных ролей в шекспировских трагедиях. Скульптура изображает Оливье в роли Гамлета. В левой руке бронзовый Лоуренс Оливье держит меч, сзади развивается бронзовый плащ-накидка. У подножия памятника, еще при жизни привыкшему ко всеобщему почитанию Оливье, сразу стали появляться живые цветы. Thank you.